Итак, я вернулся, я вышел на главную страницу. Давайте в контакты перейдем, посмотрим, что получилось. Ангелина Миланова, фотограф. Оп, все отлично. Давайте теперь перейдем на страницу портфолио. Настроим теперь наше портфолио. Ну, конечно, тут гадостно все сделано. Мы все переделаем. Редактировать в Elementor. Так. Здесь также от сайта образец. Смотрите, для того, чтобы удалить, нам нужно временно удалить хидер. Давайте кликаем снова «Редактировать хидер». Ну, мы уже так делали. Сейчас все вспомните. Удаляем этот хидер. Удаляем вот эти крошки. Обновляемся. Да? Здесь перезагружаемся. Попробуем дотянуться. Ах ты. О, дотянулись до 6 точках. Только мне не для 6 точек, мне надо до креста этого. Дотянули, все отлично. Обновляемся. И здесь мы история и начало редактирования. Вот так вот все. Обновляемся, тоже удаляем. Вот, да, ну вот это, короче, вот эта полоса, она уйдет, потому что мы... Правильный фон зададим, там все будет нормально. Все, давайте сюда вставляем текст сайта образца. Ctrl-C. Копируем и вставляем. Выбрать все. Все. Дальше идет страница с портфолио. Нам нужно добавить еще, ну, тоже 8 секций. Выделяем этот виджет. Нам нужны элементы. Видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут нужно правильно пронумеровать их. Это 7. Это 8. Нам нужно вставить еще 8 секций. Давайте. Но их копировать будем, потому что, ну, чтобы потом еще раз не настраивать, копируем просто 1, 2, 3, 4, 4, 5. 6, 7, 8. Давайте. Все отлично. Ну, давайте начнем. Ну, давайте с последней начнем. Это у нас будет, открываем ее, это будет у нас 16. Итак, теперь внимание. Все фотографии вот в этой галерее, в портфолио, они должны быть одинакового разрешения. Открываем, ну, перезагружаем фотографию, ищем, вот эта фотография выделена, 1200 на 800 пикселей должна быть. Река, таинственный лес. Давайте подзагружаем. Сейчас подзагрузимся немножко. Выделяем. Видите, 1200 на 800. Все верно. Теперь 15. Следующий перехожу. Номер 15. Вот это выбираем. Так, смотрим. Следующее. 14. Вот это выбираем. Следующее. Номер 13. Ну, можете номер не ставить, но лучше для порядка, для понимания лучше поставить. Вот это ставим. Здесь 12. Что-то не то. 8. А. Да, вот. Не туда посмотрел просто. 13-е после шляпы. Чем? Так вот. 11-е. Угу. Здесь 10. Подзагружаем. Вот это. Здесь 9 место. И вот сюда вот эту фотографию. Все. Это у нас готово. Сворачиваем. Давайте сохраним изменения.
Теперь нам нужно вставить, ну, вот этот блок с главной страницы. Помните, видеоотчет? Давайте я открою еще раз наш сайт в дополнительной вкладке. Так, открыл наш сайт. Давайте перейдем в редактор Elementor, то есть в режим редактирования нашей главной страницы. Здесь давайте спускаемся вниз. И вот. Давайте скопируем вот это сначала блок. Переходим сюда, куда нужно ставить нам, да? Давайте добавим, ну, любой блок, на самом деле, с любой верстки. И потом вот на добавленном блоке, всем блоке, не на секции виджет, а на блоке, на 6 точек правой кнопкой мыши вставляем. Давайте удалим. Тут же по колончикам нужно вставлять. Я забыл, что это не единая секция. Так, заголовок нужно вставить. Копировать. Так, давайте здесь добавим секцию в одну ширину. И можно прямо сюда на виджете именно вставить. А не хочет он вставлять на виджете, значит, на секции правой кнопкой мыши вставить. Убираем добавленную секцию. Пожалуйста. Но опять же, все этот дизайн подредактируем. И, ну, еще нам нужно вставить формочку, да, получается, или она, да, формочку нужно вставить, вот эту, закажите фотосессию, копируем, и вот прям после этой секции вставляем. Все, сохраняем изменения. На этом настройка страницы портфолио завершена. Ну, я уже поняли, что здесь можно вставлять сколько угодно, все это хорошо. Это все уйдет после изменения дизайна.